Что последний раз попадалось? Такие? Мелочь. Что, сырожка? Да. Кот-то дома есть? Я думаю, что даже в дождь и в плохую погоду здесь можно увидеть там двоих-троих. Того, кто приходит сюда не за тем, чтобы много рыбы наловить, а за тем, чтобы сам процесс испытать. Сам процесс. С этим местом я познакомился в детстве, в далеком детстве, когда сюда вот прибегали и удочками ловили рыбу. Пусть она небольшая, но окуньки там, оно проворачивалось нормально, и на уху можно было здесь всегда поймать. Вот. Пацанами сюда прибегали. Вот тогда это было уже любимое место. Я родился в Маймаксе. Дед у меня уже, наверное, лет 7 начинал с того, что учил ходить на байдарке под парусом. Парус назывался косой рей, он нас к этому приучал. Архангельск – это парус. Значит, вот он, яхт-клуб, который претерпевал очень много разных перетрубаций. И все-таки, благодаря усилиям многих людей, его удалось сохранить, его удалось возродить. Вот те яхты, которые есть, значит, они до сих пор и ходят на Соловецкую регату, и до сих пор радуют глаз вот в такие вот дни, как сегодня, всех горожан. Центральная спасательная станция. Значит, к этому тоже имел честь приложить руку к созданию этой центральной спасательной станции. Вот эти пирсы, они много видели, очень много. Это целая история с огромным объемом. Вот, и эмоции, и переживания. Это организация самой спасательной станции, центральной спасательной станции, которую начинали с прогресса 4-го и со старого мотора. Вот, а теперь посмотрите. Теперь вот Кегостров, значит, он, в принципе, совершенно не беспокоится, каким образом можно доставить больного, роженицу. Вот она, есть. Это центральная спасательная станция. Это гарантия того, что к людям помощь придет вовремя. Успенская церковь. Собор. Он здесь тоже не просто так, красавец. И с любого рукава, если сюда заходить, с воды, его далеко видно. Он радует глаз, он все равно в любом случае человек рано или поздно приходит к какой-то духовности. Памятник Петра и Февронии. Вот, что здесь творится по пятницам, когда свадьба? Вот вы видели, наверное, да? Даже пришлось сделать вот специальное место для того, чтобы эти замочки весили. А если посмотреть, сколько здесь вот ключей, я думаю, что... десяток-то тысяч точно. То есть, кто из горожан, которые свадьбу свою праздновали, не проезжал, не проходил здесь, не переносил невесту вот через этот мостик и не вешал замочек в честь того, что, значит, чтобы брак был крепкий и долгий. История Архангельска – это настолько интересно и многообразно, что ее можно изучать, изучать и изучать. Деды, которые здесь жили, родители, которые здесь жили, они в нас вкладывали вот ту самую любовь к тому месту, где мы живем, где теперь растут наши дети, где теперь растут наши внуки. Посмотрите, оглянитесь вокруг и скажите, как его можно не любить?